Вот сегодня буду вам рассказывать о своей кофемашине. Ей уже почти 4 года. Купила я ее вот с такой вот историей. Я пришла к одной своей знакомой, очень состоятельной женщине, и она угостила меня чашечкой кофе. Ну, как бы сказать, что я такая кофеманка, так нет, но кофе я люблю. Раз в день я его пила, я заваривала его в турке, и мне казалось, что это верх совершенства. Но когда я попробовала кофе у нее, мне запомнился его вкус. На следующий раз, когда я пришла к ней в гости, я у нее спросила, почему у нее такой вкусный кофе. Она мне показала свою кофемашину, которая стоила $2000. Шикарная кофемашина, конечно, кофе прекрасный. Но после того, как я попробовала его еще раз, как бы я потеряла покой и сон. И я поняла, что мне нужно приобрести эту вещь. Кофе покупать на улице – это дорого, а 4 года назад кофе на улице вообще не продавался вот так вот, как сейчас. У нас очень распространено, что просто на каждом углу кофейни, и ты можешь выпить чашечку кофе. Но поскольку вы знаете, что я экономлю и деньги зря не трачу, я решила купить себе кофемашину. Ну и какую я купила? Ну, конечно, самую дешевую. Не ищите такую, как у меня. Моя кофемашина стоила $350. Это было 10 тысяч гривен. Я выплачивала ее целый год. Я взяла ее в оплату частями, беспроцентно. И каждый месяц я выплачивала 1000 гривен. Вы знаете, я об этом не пожалела ни разу. Я посчитала, что моя кофемашина окупила себе ровно через год. В день мы пьем 3-4 чашки кофе вместе с мужем. Вот. А иногда к нам приходят дети или гости, и кофемашина себя оправдала на все 100%. Уже давно она себя окупила, и сейчас мне кофе делать это просто бесплатно. Не ищите такую кофемашину, как у меня. Покупайте такую кофемашину, о которой вы прочтете хорошие отзывы. Наверняка в ваших странах есть кофемашины более достойны внимания. Вот. Но моя кофемашина, слава богу, работает, хотя один раз она ломалась, но мы ее починили как бы собственными силами. Вот сюда вот показываю вам, в эту емкость засыпается зерновой кофе. Я люблю арабику, конечно, но если попадается с робустой по хорошей цене, так, пожалуйста, я ее с удовольствием куплю. Его, вернее, с удовольствием куплю. Вот. Но сейчас я вам покажу, как я делаю кофе для себя. Сначала включаем кофемашину. Пару минуток она будет нагреваться. Сейчас кофемашина промывается. Отсюда польется водичка. Я пью кофе с молоком, поэтому я использую капучинатор. Нужно, чтобы пена была почти 1/3 чашки. Все, достаточно, я выключила. И сейчас я сделаю кофе. Вода в машине нагрелась, об этом мне говорит зеленая лампочка. Она не мигает уже, а горит ровным постоянным светом. Значит, у меня есть две функции. Можно сделать эспрессо, а можно сделать налить воды побольше. Я люблю эспрессо. Машина сама мерит зерна. Температура кофе сейчас будет в чашке такой, что его будет комфортно пить. Ну, достаточно сюда добавить 1 чайную ложечку меда, и золотой ключик у нас в кармане. Кофе очень вкусный, но я использую вот такую вот воду. Сначала я ее очищаю для того, чтобы налить кофемашину. Кофемашина часто засоряется, поэтому ее нужно промывать примерно раз в месяц. О том, что нужно промывать, здесь свидетельствуют вот эти лампочки. Они загораются желтым светом. Но я обычно не жду, раз в месяц промываю кофемашину, потому что я ее очень-очень люблю. Кофемашина – это зона моего комфорта. Вы знаете, с ее покупкой моя жизнь значительно улучшилась.
Я могу не всегда пить кофе, не каждый день, но вот для бодрости, для хорошего настроения, для улучшения сердечно-сосудистой деятельности кофе желательно пить хотя бы раз в день. Ну и, конечно же, я пью с молоком. Чаще всего без сахара и без меда, но иногда и с медом. Желаю вам приобрести кофемашину, вы сэкономите себе очень много денег. Когда я вижу, что идут вот люди на работу и покупают, по ходу дела покупают стаканчик кофе, а потом едут домой опять стаканчик кофе, на работе опять стаканчик кофе, посчитайте, в какие деньги это все выливается. Вы можете за 3 года купить себе 3 кофемашины. После того, как кофе сделан, кофемашину можно выключить, и для этого сначала она промоет свою систему. Видите, промывает, идет просто чистая вода. Вот здесь в этом отсеке скапливаются отходы производства, а вот в этом отсеке заливается вода. Сегодня будем готовить одно из моих самых любимых блюд. Называется оно жульен. Наливаем оливковое масло. Вы можете наливать любое масло, какое вам нравится. Я наливаю оливковое масло. Нужно сказать, что вкус жульена будет напрямую зависеть от качества грибов. У меня очень вкусные грибы, я беру их часто, поэтому они у меня проверены уже. Грибы не требуется долго жарить. Сейчас я добавляю отварное куриное филе, порезанное кусочками. Рецепт вы можете посмотреть в описании под видео. Всегда, когда я готовлю, я оставляю вам подробный рецепт. Если что-то непонятно, смотрите. Почти сразу добавляю сметану. У меня 15% сметана. Чем жирнее сметана, тем вкуснее будет ваше блюдо. Добавляем соль. Черный перец. На дно формы кладем пару листочков, а потом выкладываем жульен. Присыпаем тертым сыром и ставим в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Короче, ждем, пока сыр не расплавится как следует. Пока я готовлю еду, я никогда не накапливаю грязную посуду. По мере того, как я приготавливаю блюдо, я сразу подмываю и вытираю посуду и ставлю ее на место. Поэтому, когда я уже поставила в духовку свой жульен, у меня уже везде на кухне чисто. Видите? И я могу быть свободна.